Днем ангела, дорогие именинники. Настоящее покаяние требует мужества от человека. Нужно обладать известной долей твердости характера для того, чтобы, отвратившись от тех или иных злых дел, и потом встречая людей, знавших тебя по прежней жизни, не отворачиваться от них, а глядя глаза в глаза, сказать: «Да, это я, но я уже другой. Я проклял то, что раньше благословлял, и отказался от прежнего образа жизни». Это не каждому под силу. Настоящий кающийся человек нередко отрывает от себя прежнюю жизнь буквально с мясом, с кожей. Он сдирает от себя как бы все покровы, обнажает свое сердце от прежних пороков. Сегодня наша история об одном таком человеке. Этого человека звали Таисия. Таисия жила в Египте в III веке. Она получила очень дурное воспитание благодаря своей матери. И с раннего возраста начала вести жизнь распутную. Будучи весьма красивой девушкой, она довела до разорения из-за своих этих развратных чар множество юношей и зрелых мужчин. Слава о ней, дурная, конечно, слава, распространялась в разные стороны от места, где она жила. Итак, слух о Таисии дошел до некого подвижника по имени Пафнутий Великий. Старец, желавший спасти погибающую душу, пошел туда, где жила Таисия. Он нашел ее, встретился с ней и предложил ей блудное соитие. Однако попросил он у нее: «Давай сойдемся с тобой, встретимся там, где Бог нас не увидит». Будучи язычницей, Таисия, однако же, имела некие здравые начатки понятия о Боге. Она, улыбнувшись, сказала: «Старик, нет такого места, где бы Бог нас с тобой увидать не смог». «Так значит, ты знаешь, что Он видит нас и знает все наше?» – спросил Пафнутий. И потом в живых словах, в сильных словах, описал ей кратко всю ее гнусную жизнь, чем пробудил ее спящую совесть и обратил ее к покаянию. Таисия покаялась. Она взяла вещи, нажитые блудом, и сожгла их на площади, чем показала всем людям в городе, знавшим ее, что она меняет образ жизни. Кстати говоря, имя Таисия, может быть, в какой-то мере способствовало ее образу жизни, потому что само имя происходит от имени египетской богини Изиды, богини плодородия, и в честь которой воздвигались храмы, отличавшиеся особенным ритуальным распутством. Сегодня дело уже не в этом, поскольку святые женщины, носившие это имя, перекрыли эту нехорошую славу египетской богини. Так вот, Таисия пошла за Пафнутием в один из монастырей, где провела немалое время в затворе. Ей дали особое правило молитвенное, чтобы она, обратившись лицом к востоку, призывала Бога, не называя его имени, как недостойная этого. Таисия молилась так: «Создавший меня, помилуй меня». И так в слезах провела несколько лет. «Я вспоминала грехи свои, — говорила она, — и постоянно укоряла себя и приносила Богу покаяние». Когда она умерла, одному из подвижников было открыто, что душа ее спасена, что грехи ей прощены, и она наследница вечного царства. Пафнутий поблагодарил Бога и возрадовался о том, что ему удалось поспособствовать спасению погибавшей некогда души. Смело можно сказать сегодня, дорогие братья и сестры, что таких погибающих Таисий есть в мире великое множество. Только вот где Пафнутии, которые решились бы оставить свой молитвенный затвор, свое монастырское уединение и идти в мир для того, чтобы спасать погибающую овечку, вырывать ее из зубов волка, готового уже пожрать овечку до конца? Не спешите с ответом, потому что вопрос этот не к кому-то конкретно, а ко всей церкви, ко всему обществу. Кроме носящих имя Таисии, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Пелагею, Дмитрия, Ивана, Татьяну, Николая и Марию. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.